Доброта должна быть в мире, быть должна она везде. Доброта должна быть дома, на работе, во дворе. Людям надо быть добрее, не ругаться никогда. Ведь важней всего на свете в этом мире доброта. Ну а кто не понимает этой общей доброты, им штаны насыпать надо, гайки, гвозди и болты. Пристегнуть их к батарее, кипятком плеснуть в лицо, пока руки не устанут бить башкой их об крыльцо. Затушить бычок об руку, молотком ударить в пах, и сломать им надо ноги в 46 местах. Не давать ногам срастаться, заставлять на них ходить, и зажженные петарды кулаком им в рот забить. Чтобы бошку разорвало на мельчайшие куски, это все любви во имя, все во имя доброты.